Детям у рая по выходным некогда скучать. В парке культуры и отдыха для них организовали игровые площадки, на которых проходят различные развлекательные, спортивные и познавательные программы. Все для того, чтобы ребятам в период летних каникул можно было собраться вместе вне школы. Так, благодаря программе «Мы за здоровый образ жизни» детям в игровой форме рассказали о занятиях спортом, полезных привычках и правильном питании. Конечно же, дети любят просто поиграть в мяч, например, да, на скакалке попрыгать. Очень любят они веселые старты, да, когда у нас идет метод соревнования между командами. Также они очень любят в твистер играть, чем сейчас вот они увлечены на нашей сцене.